Ще раз доброго ранку, шановні телеглядачі. Ось наші гості вже у студії. Вітайте Оксану та Максима Апушкіних. Шоу-дует Free Life. Доброго ранку. Доброго. Доброе утро. До вас відразу таке питання. Я, знаєте, вас оголосила як людей свято, людей, які створюють настрій, які готові вам подарувати драйв, рух і все решта. От розкажіть трішечки про себе, взагалі от історію створення дуету. Я думаю, що глядачі помітили, я представила вас з однаковим прізвищем. Ви молода родина і до того ж разом працюєте. От як все це поєднується? Все непросто. Так, все складно. Все непросто, це великий труд, що... в жизни, что в танцах, что в тренировках, что в работе. Это везде огромнейший труд. А вот, что касается нашего создания, можно сказать, уже не настолько, мы не совсем как бы молодая пара, да, в том плане, что да в танцевальном. Не, в танцевальном мы уже как, нам уже как в этом году 5 лет. Вот создание. Ты после... можешь даже с ювелиром еще и витать, так? Да, у нас 5-5-5. И в следующем году будет супружеская жизнь, да, 5 лет. Круто. Все у нас. Тобто все ж таки спочатку виник дует, а потім вже подружнє життя. Да, да, совершенно верно. Вас познайомили танці? Можна сказати, да. Розказуйте, як це лучше. На той момент я училась ще в аграрній академії і створилась якась така ідея організувати студію. Ну і, відповідно, мені потрібен був персонал, як говориться, мужський. У меня работали два мальчика, но они меня как-то не очень устраивали. И какие-то такие поиски через каких-то общих знакомых. Вот знаешь, там есть такой Максим. Нет, не знаю. Угу. Ну, как-то хай вот... приходить, подивлюся. Да, ну вот, как-то вы там найдитесь, ну, а там как-то, вот как-то. Знайшлися, так? І вирішили створити, ви кажете, спочатку була студія, так? Тобто це були якісь там танці, де колектив працював, а врешті залишилися вдвох. Правильно? Да, совершенно верно. Потом у нас была идея о создании шоу-балета. Было достаточно большое количество детских групп разных возрастных категорий. То есть мы, в принципе, сказать, вполне достаточно работали. И времени даже недостаточно было для своего развития и своих тренировок. Вот. Конечно, спустя время определенное нам показалось, что все-таки еще есть время. Возраст для того, черпания, чтобы самореализоваться, да, для себя, прежде всего. Да, потому что в этом очень тяжело загрузнуть и вообще перестать получать удовольствие от чего-либо, от каких-либо форм проявления танца, тренерства и всего остального. Поэтому как-то так у нас в жизни сложилось, что нас жизнь об этом остановила, и я, в принципе, думаю, мы не жалеем. Да, мы придерживаемся фразы, которую Владимир Альбертович Лизаров там всегда говорил, что преподавать вы всегда успеете, а танцевать... время ограничено. То есть пользуйтесь своим телом, своими навыками, своими возможностями. Танцуйте, развивайтесь, тренуватись надоест еще. Ви успішно користуєтеся своїми навичками вже 5 років, так? І за цей час, наскільки я знаю, я придивилася вашу сторіночку у соцмережах і на сайті, встигла навіть попрацювати у відомому театрі танцювальному. Кілька слів про це, поки наші хлопці приготують, у нас є відео, як ви там працювали. Розкажіть, де працювали? Все було абсолютно внезапно, случайно. Опять же, це все було залежало від нашого рішення, від рішення того, що ми повинні розвиватися далі. Появилось пропозиція... поехать в Севастополь. Да, поехать в Севастополь. Ребят, приезжайте. В общем, мы вас ждем, вы нам нужны. И, собственно, с этого все началось. Вся работа, все тренировки. Да, мне кажется, это было лето. И нас сразу же пригласили не непосредственно в Севастополь, а на гастроли с театром в Турцию. Но для нас, вот я как-то вот сейчас, когда мы вспоминаем, для нас как-то не было такого очень тяжелого решения, ехать или не ехать. У нас было очень много детей и очень много постоянных старших девочек и мальчиков, да, которые у нас занимались. Для нас было тяжело отказаться от той части, вот, где мы самореализовывались, да, в плане тренерства. Но мне кажется, мы не пожалели. Ну да, был, конечно, определенный риск. И вы знаете, когда занимаешься с детьми, в основном, в частности, с детьми, потому что с детьми сложнее, ты привязываешься к ним. Та й вони ж, мабуть, так уже і не образилися, коли довелося ось так. Прийшлося знайомитися з нашими прежніми педагогами, тренерами в різні студії. Ну, врешті ніхто не ображений? Ну, надіємося, ні. Будемо сподіватися, а ваші досягнення у театрі Севастопольському, будь ласка, увага на екран, у нас є відео.
Отже, танцюєте, і от мені, до речі, я бачила дуже різні костюми от на сайті, на фотографіях, дуже різні такі теми постановок. В якому все ж таки стилі ви працюєте? Чи неможливо його виокремити? Ні, ну, ізначально основи бальної хореографії. Тобто, безусловно, бальні танці. Ну, тобто, так для розуміння, ви обидва бальники, так? Да, спочатку да. Ви займалися цим. Бальні танці, yeah. Однозначно, це наш... наша жизнь, наша тема. Что касается самих постановок, самого видения костюмов, это было у нас видение изначально, но настолько глобального его еще не было. Не было это профессионально, что касается постановок, что касается костюмов, что касается музыки. Шоу. Да, вы для себя вот как-то решили, что людям не совсем интересно исключительно пять бальних танців видіть. От, ну, на, професіонали, на, да. Які можуть оцінити, там, де ви правильно ногу поставили, да. Так, чи закрутилися, чи ні. А людям дійсно їм хочеться що? Хліба та побачити щось дивовижне. Да, і поэтому ми как-то, даже вот, когда здесь еще были, мы работали в этом направлении. Возможно, это не было настолько, естественно, профессионально, как это вот сейчас может выглядеть. Да, настолько с теми знаниями, с теми умениями, с тем видением, наверное. Потому что сейчас, вот, допустим, если раньше могу пример привести. Постановку номера можно было за 2 часа, за час сделать. А сейчас не получается. Почему? Потому что подход другой. Ищешь идеи, ищешь музыку. То есть это большой процесс постановочный. Прописываешь все от начала до конца композиции, чтобы психологически зрителя держало до конца. Тобто це не просто танець, це ціле полотно, так? Де можна побачити початок історії, розвиток і закінчення, правильно? Да, то есть если вот представить, как номер создается, то это пару дней сидения в программах нарезки музыки, потом пару дней рисования, где какие восьмерки, куда кто будет выходить, кто заходить, кто плюс что. Сценография, то есть это все совсем все по-другому, все поменялось, все изменилось. Тобто не так просто, не ввімкнули музику і почали танцювати. Я бачила, що ви танцюєте, тобто не лише на сцені, а також для створення якихось відеопроєктів, це можуть бути кліпи, так, або якісь телевізійні проєкти. У нас є, ви мені вже до ефіру сказали, що досить такий, ще такий старий шматочок, от, але я пропоную все одно нашим телеглядачам подивитися, це уривок із кліпу, де Free Life, ну, можете побачити у всій красі, як мені здалося. Старе відео. Є немного. Це да. Ви кажете ще 2010 рік, правильно? Да, в початку нашого танцювання, спустя місяць після того, як ми стали в пару, можна сказати. І так спрацювалися. Да, это вот такая идея, как-то она родилась, и дай Бог, у нас в городе есть люди, которые такие же творческие, поддерживают какие-то творческие инициативы, и вот такими своїми усиллями було це знято. Тобто було... їм було цікаво вас познімати, вам було цікаво показати так, те, що ви навчилися. Ну, якщо чесно, ну, для, як на мене, дуже професійна робота, і операторська, і монтажер також там постарався. Вийшло дійсно круто. Я знаю, що це не єдиний далеко кліп. Розкажіть, будь ласка, де ще працювали, з ким працювали? До того ж, навіть оголошуючи вас, телеглядачам так натякнула, що Україна – це далеко не межа ваших, скажімо так, талантів і роботи. Страшно, наверное. Но, опять же, возвращаемся к театру Елизарова. Все началось с Севастополя, все началось с поездок, с работы, с изучением спектакля, изучением разных постановок хореографических. И начались туры, в которых мы принимали участие, ездили по разным странам. Где были? Я? Да, еще где были, сейчас расскажу. Хотелось бы вот рассказать, да, что это не отдельные номера были, это вот целые хореографические спектакли. Это Нотр-Дам, Кармен, Бродвей, танцы народов мира. То есть это 1.5 часа на сцене театров или ну, каких-либо сцен. Концертных залов. Концертный зал, да. А объездили мы, ну, Турция это такая близлежащая территория, Китай, Франция, Швейцария. И это то, что было с театром.
Ну, еще Москва была, да? Да, да, еще в России ездили, у нас туры по Украине были постоянные, то есть по разным городам. І в Харкові, Дніпропетровській. Постоянно в 10-12 днів ми в дорозі. Врешті-решт, чому залишили театр Єлізарова? Чи як? Чи ви і досі є його солістами і працівниками? Давай, кажіть, як є, амбіції, захотіли самі спробувати, чи ні? Два відповіді, можна сказати. Ну, перший, дві відповіді. Правдива і для глядачів, чи як? Нет, вы знаете, оно как-то все рядом лежит, и одна, и вторая проблема. В первую очередь, знаете, вот американцы советуют менять работу каждые 5 лет, потому что человек не развивается. Вот и для нас кажется, ну, мне так кажется, вот физически пришел тот момент, когда дальше уже очень, ну, очень медленно. Не сложно, но очень... Тобто вже досягли якоїсь такої межі, так що... Було розуміння і відіння того, що от ми прийшли таким рівнем, от ми отримали спустя там год-полтора-два такий рівень, після ще одного року ми от з таким рівнем, а що буде далі? А от далі був вопрос постійний, тому цей вопрос постійно нас двигав, що тут потрібно робити, розвиватися, вкладувати в себе і... І ви вирішили йти вперед, так? Докуди дійшли наразі? Дошли. Мы вернулись, можно сказать, не так давно, конечно, где-то с полгода в Украину. Вот, в частности, последние пару месяцев в Полтаве. Мы уже как сами как сольная пара, как солисты работали в Европе, в Германии, в театре в городе Осло, в Норвегии работали, в Австрии. Тур был у нас Австрия, Польша, Венгрия. То есть, несмотря что дуэтом, то есть небольшой, да, коллектив, то есть, но тем не менее уже выступали сами. Сами были постановщиками, помощниками. З організаторами шоу в Турції було 3 різних шоу. От, до речі, якраз про це хотіла запитати. Тобто ви не лише танцюєте самі, так розвиваєтеся, а зараз не тренуєте дітей, але працюєте над постановками для інших людей. Нещодавно у Полтаві пройшов конкурс «Міс досконалість». І от спочатку хочу, щоб ви подивилися, шановні телеглядачі, як це приблизно виглядало. Ми побачили танцюючих дівчат, але там немає вас. Але це також ваша робота, правильно? Да, точно. Тобто ви тепер працюєте ще й над постановками шоу. А чи це єдиний приклад, чи, можливо, вже є якісь напрацювання в цьому напрямку? Ви знаєте, нам безумно приємно, що, повертаючись в рідний город, спустя якесь час перебування за границей, все одно нас пам'ятають, і все одно, якщо не зовуть танцювати, значить, рождаються якісь інші ідеї. И в этот вот промежуток очень много именно творческих каких-то проектов. Наверное, когда мы приехали, да, первая идея, которая была, это нас приглашали на «Человек года», где мы были номинированы, «Таланты признания», да, номинации. И там мы познакомились с организатором этого проекта, Ириной Александровной Ярошенко, да, и агентство «Верстайл». И, собственно говоря, вот какое-то такое тесное сотрудничество в рамках этого проекта перетекло в сотрудничество в рамках другого проекта. И вот, собственно говоря, так родилась идея создания шоу в стиле мюзикла для конкурса красоты. То есть все у нас привыкли стандартно видеть модели, которые такие прошли, вышли и ушли, да. Здесь была идея отобрать девочек с хореографической подготовкой, сделать для зрителей это все театрализировано, сделать шоу, показать, что... Міс совершенства, в конце концов, обязана бути не тільки умною і красивою, а ще вміти володіти своїм тілом. Ще граційною, так, і так далі. Важко було працювати? От це, в принципі, дорослі люди, ну хай вони мають навички хореографічні, але все ж таки, я впевнена, що багато з дівчат не танцюють постійно, тобто це не є їх заняттям по життю. Важко працювати вже з такими дорослими учнями? Ви знаєте, я не можу сказати, що було там основательно тяжело. Були, завжди бувають нюанси, з якими потрібно працювати. Наверное, прежде всего, у нас такой девиз – качество превыше всего. И только работа, только дисциплина, работа на качество приведет к результату. И мы не обращали внимания ни на любые недостатки, любые, что бы там ни было,
Тренировка, работа, постановка, тренировка, все. Мені, до речі, хочеться запитати. Ви зараз такі милі люди, так спокійно все розказуєте. А коли ви навчаєте, ви жорсткі такі, мабуть? Тому що, знаєте, так, якість, жодних але, тільки якість і дисципліна. Так, да, просто тільки таким путем буде успіх, буде результат. Только так, и другого пути нет, потому что не имея дисциплины, не имея качественного отношения, не имея требований, требовательности, жесткости, простите, но у нас с нашими иначе нет. Да, то есть вот мы когда здесь начинали, еще до того, как вообще уехали с города, да, у нас был небольшой шоу-балет, скажем так, с ними там их четверо-пятеро было, и то тяжело было работать. Мы потом поехали в Турцию, когда уже сами ставили шоу. Было 40 человек, 40 бальников. Это очень тяжелая публика, очень тяжелый контингент, с которым надо работать. И это было, вот мне кажется, наверное, в 300 раз тяжелее, чем работать с 10 девочками-моделями. Да, это было. Просто каждый уже как-то сформирован уже, да, со своим мировоззрением, с качеством, с успешными выступлениями. То есть это было там сложно. Я чемпион світу, а вы мне скажете, что я сейчас не так рублю. В этом плане сорганизовать, организовать работу, чтобы был результат, чтобы получилось, что шоу, чтобы поставить это все, это было, конечно, непросто. Это то, чего вы хотели? Это о той крок дали? Нет, мне кажется, это тот свежий глоток воздуха, да, вот, который ну, уже приелось, вот танцуешь, сам и танцуешь. Ну, серьезно, до определенного времени ты получаешь удовольствие, потом это становится уже физически, рутина. Да, как рутиной. Просто, да, рутина, да, да, то есть все, все, ну, везде должна быть грань между работой, между хобби, между удовольствием, то есть если удовольствие превращается в постоянную работу, удовольствие становится все меньше, меньше, меньше. То есть это все должно быть постоянно. И знаешь, что улюблена справа, вона може ось, да, так затянуть, и все это может превратиться просто в рутину. Зрозуміло. Дует, шоу, дует, фрілайф сьогодні і завтра. Яким ви себе бачите? От що можливо у ваших планах? Якщо хочете, можна трішки привідкрити завісу таємничості. Я думаю, нашим глядачам буде цікаво, принаймні, де ми вас можемо побачити тут у Полтаві. Ну, добре, не у Полтаві. Де можемо побачити? Ну, как сказать, планы, цели не всегда бывают, совпадают с возможностями и совпадают. Ну, знаете, тут Новый Рик завтра. Можно мечтать, можно так, себе замовлять бажання. Но Макс всегда всем отвечает, мы хотим в Голливуд. Да, у нас такой простой ответ. Может, в Болливуд спочатку, там больше танцуют, 100%. Может быть, но Голливуд, фильмы, съемки. Например, наступный Джеймс Бонд. Я уже бачу в вашем выполнении. Все возможно. Ну, мне кажется, что все равно хочется себя реализовывать в двух направлениях, не только в танцевальном личном плане, потому что, ну, все-таки... Как артисты, нет, ну... как артисты себя проявлять, плюс еще развивать параллельно, но уже хочется параллельно еще развивать в других сферах, которые могут быть интересны. Спевать почему-то? Нет, нет. Это точно не. Зрозуміло, дуже дякую вам за розмову. Ви зараз маєте нагоду привітати своїх друзів та близьких із Новим роком. Вас будуть дивитися на цю камеру. Будь ласка. Дорогі друзі, ми хочемо вас поздравити з наступаючим Новим роком. Пожелати, в першу чергу, мирного неба, щастя, крепкого здоров'я, благополуччя. Да, и чтобы все ваши мечты ни в коем случае не оставались исключительно мечтами, а имели место реализовываться в вашей жизни, чтобы вы имели любимое дело, наслаждались этим и жили каждый день вот полной грудью. Ми приєднуємося до побажань, бажаємо також вам розвиватися і далі, нехай той наступний крок також буде виваженим і успішним. Вам, шановні телеглядачі, я нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із шоу-дуетом, це Максим та Оксана Апушкіне. Їх ви можете побачити у соцмережах, знайти в інтернеті сторіночку, не пошкодуєте, чесно. Також обіцяли нам, що зустрінемося ще в наших ефірах, але вже, можливо, в січні це буде. Ну, а на черзі у нас музична також пауза. Можна вже починати трішки готуватися до Нового року, знімати напруження, трішки танцювати і веселитися.